Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Вчера, то есть 17 июля 2018 года, был вторник, а сегодня уже 18-е. Вот в эту ночь был расстрелян царь Николай II. Его святую память церковь отмечает как канонизированного мученика. Никакие его промахи в правительстве, эта церковь ничего не слышит и не знает. И не надо. Разбойник, что перечислять его дела? Он покаялся на кресте рядом с Христом, и он спасен. Ныне будешь со мной в раю, а люди рассуждают, судят. И вот ни раньше, ни позже, никогда не было такой просьбы в интернете Андрея Александра, он даже вот теперь входит в историю из-за этого, попросил заново написать, что означает у вас вот это три святое и 100 поклонов. Откуда это выражение? Вот, Псалом 118, 164 стих. Давид говорит: «Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей». За суды. А суды – это наказание. Это сожженный Содом и Гоморра, всемирный потоп. Ну и все, что случается, революции, казнь царя. Это, я думаю, кто заказ сделал, показать, как это. Чтобы одним, как он говорит, кадром хорошего качества это оставить, и вас не будет, а мы будем смотреть, потому что молиться даже не знаем, как в церкви, и движение такое, как говорят, бровного, а так спокойно показать, семикратно в день. Ян Златоуст говорит, несмотря на государственные дела, царь Давид находил время, семикратно. А что такое одинкратно, если ты не знаешь, что и семикратно нет? Я не знаю, нигде не нашел этого, но сам для себя вывел. Как в церкви везде считается три святое, это Царю Небесный Утешитель, я сейчас буду, да Отче наш, а потом вот 100 поклонов, 100, вот эта лестовочка, и вот 100, первые 10 поклонов Господу нашему Иисусу Христу со своими словами, преблагословенная Преснодеве Марии, Ангелу-хранителю своему, Иоанна Крестителю, святителю Христову Николу Чудотворцу Мирликийскому. И далее всем пророкам, всем ангелам, архангелам, херувимам, серафимам и небесным силам. И здесь же апостолы, евангелисты, мученики, мученицы, святые отцы и жены и девы. Вот 10 десяток лестовка. Вот один раз это три святое и 100 поклонов, как вот сказал я, это один раз. Это занимает, если в спокойной обстановке, 7-10 минут в этом промежутке. Обычно 7 минут. И своими словами, с воздеянием рук, ожидание от Бога ответа. Это все входит сюда. Открывайте свои желания перед Богом. Конечно, если посмотрят это сектанты, еретики какие, то скажут, зачем это, что, как. Я делаю так, как, во-первых, просят, а потом как молимся все время. А я пенсионер, 10 июня следующего года мне будет ровно 80 лет, время свободное от работы, и другой раз смотришь, 18 раз в день придется вот так помолиться. Вот 1800 поклонов. А обычно, вот в деревне здесь, это редко где бывает возможность. Обычно вот если работаем где-то, я там выбираю место такое, на прудах там сходили, где там есть не полное даже, но памятование о Боге приближает к Богу. И поэтому мы записываем то, что Господь показывает, молитву, допустим, я сейчас пишу молитва. Показываю молитву. Это наш. Гусиное перо, времена это Пушкина. Господи, благослови. Боже, милостью будем негрешным. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй.
за молитвы святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущен дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышний Богу, и на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия, и научил взывать к Тебе, Авва, Отче. Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господь, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и решения вселенских и поместных соборов и святых отцов. Аллилуйя! Сердце мое, Господи, исполни благодарности и словословия за все, что происходит со мною. Аллилуйя! И прости мои согрешения, где поступал не по воле Твоей, нарушая Твои замыслы о мне. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, аллилуйя! О, преблагословенная! Сердце мое радуется восхвалять имя Твое святое и жизнь Твою святую, как Ты охраняла нас в дальних путешествиях, миссионерских поездках, умеряя сердца людей. Аллилуйя! Покроем опором любви Твоей. Коснись сердца враждующих против нас, Ты знаешь их имена. Умягчи их, приведи их к вере в Сына Твоего возлюбленного, Твоего Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешным. Добрый мой ангел, благодарю Тебя, столько лет Ты хранил, защищал, миловал и терпел меня. Благодарю Тебя, от скольких опасностей Ты избавлял, видимых и невидимых, которые я не осознавал. И только день вечности откроет это. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь и не оставь, и в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас жить и в бедности,
имея пропитание, одежды, быть благочестивым и довольным, и никогда не роптать, имея пропитание, одежды, быть довольным. А все необходимое ты приложишь. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Укрепи нас в подражании Иоанну Крестителю, в посте и молитве, и в бесстрашии перед правителями и царями, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Аллилуйя! Господи, сохрани нас в святой православной вере, не дай уклониться нам к ересям и заблуждениям. Слава Тебе, Боже наш, ибо нет иного Бога, столь заботящегося о творении своем, ибо Ты Творец и Зиждитель. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Нух, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы, престолу Божие предстоящие. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые апостолы, и Петр, и Павел, и святые евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн, дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. И научи нас, Господи, вникать в Себя и в учение, будь так поступая, спасти себя и слушающих нас. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп, Смирский Устин, философ, Косма и Дамиян, Андрей Стратилат, Ерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, Сар Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит нас Господь, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. Прошу Тебя, Господи, укрепи народ Твой, приготовь к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную по слову Твоему. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий, Радонский, Степан, Пермский, Серафим, Соловский, Иоанн Тоборский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский и Филарет, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Господи, научи нас всех любить истинный синодальный перевод Священного Писания. Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь, за все Твои милости и за святых отцов. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Наталья Андриан, Варвара Екатерина Перепетуя, Татьяна Ирина, Ольга Елена, Нина, посвятительница Грузии,
Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескилла и Акилла, Андроник и Юния, Киприан и Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливое женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, Господи. Спаси и помилуй митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диомида, Тихона, Антония, священный Реакима, Павла и Геннадия, Сергия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Авросия, Вадима, Засима, Алипи, Андрея, Максима, Андрея, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, епах Венедикта Франциска, Корнилия Старообрядческого и Александра Древле Православного. Благослови их и высшие истинные служители на Ниву Твою, добрых миссионеров, жертвующих собой для обращения людей к Тебе. Аллилуйя! И дай нам еще священника сего угодно Тебе. Собери власти и воинства их, и через них сопори благое Церкви Твоей, наведи страх Твой на них. Не дай им погибнуть и сохрани их от покушения на них. Владимира, Димития, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Ардагена и Амана. И давай мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить мирное время, пощади детей здесь и в Сирии от притеснений, от угнетений. И дай им истинное понимание жизни вечной, и место сие защити и сохрани, и селение наше от пожара воров, от нечистой силы. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Прими нашу молитву, и устрой по воле Твоей святой, наша молитва, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное пред престолом благодати Твоей, Господи. И соедини молитву нашу с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, Боже всемогущий. Услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси и помилуй, и защити, и наше сокровище здесь и в интернете. И через книги найди новые души. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Thank you.
будет нам по слову Твоему, Господи. И особенно молю Тебя о врагах. В судный день не помяни их безумие и хулы. Откроем глаза, приведи их к святой евангельской вере. Ты знаешь, Господи, все их имена. Не дай им погибнуть. Невинно страдающих, приговоренных к смерти, плененных, посети. Приготовь их к исходу из этой жизни. Помоги им, Господи Боже наш. Мы сострадаем им, как бы находясь с ними. Какое доброе мирное время Ты даровал нам. В какой тишине мы проводим время. Слава Тебе. Благодарю Тебя, Господи, единого, вечного, во Святой Троице, Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава.